Добрый вечер. В эфире информационная программа «Вести Кабардино-Балкария». В студии Беслан Суидимов. И вначале коротко о главных темах выпуска. Непосильные работы, голоды, расстрелы, ужасы фашистских концлагерей глазами узников войск Кабардино-Балкарии. Мы для них были никто. Рабочая сила и все. Больше баллов, выше пенсия. Сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы обеспечить достойную старость? Законотворческой инициативой выступили школьники. Какие проекты выбрала комиссия? В парламенте подвели итоги регионального конкурса. В Москве в ходе рабочей встречи временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий Коков и руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов обсуждали меры по организационной и технологической подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Кабардино-Балкарии в 2014 году, сообщили сегодня в пресс-службе руководителя республики. Особое внимание обращено на необходимость обеспечения контроля, в том числе общественного, за честностью сдачи экзаменов, создание равных условий для всех выпускников. Юрий Коков и Сергей Кравцов высказались за выстраивание объективной и прозрачной системы сдачи ЕГЭ, повышение качества образования в целом, подготовку квалифицированных педагогических кадров. Также в ходе продолжающихся рабочих контактов в Москве Юрий Коков встретился с ректором Московского государственного университета имени Ломоносова Виктором Садовничем. По информации пресс-службы в РИО главы КБР, речь шла об укреплении сотрудничества между Кабардино-Балкарией и МГУ в целях подготовки высококвалифицированных кадров и повышения научного потенциала республики. Юрий Коков выразил благодарность Виктору Садовничему за заинтересованное отношение к развитию образования и науки в КБР и готовность к расширению связей в этой сфере. К другим темам. Сегодня во всем мире вспоминают жертв фашистских концлагерей. 69 лет назад, 11 апреля 1945-го, узнав о подходе всесоюзных войск, заключенные Бухенвальда подняли восстание и взяли лагерь в свои руки. Треблинка, Майданек, Освенцим, Дахау. Эти названия навсегда останутся в истории синонимами бесчеловечности. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто прошел через ужасы фабрик смерти, и чтим память миллионов советских граждан, не доживших до освобождения. С теми, кому удалось уцелеть, встретилась наша съемочная группа. Слово спецкору Вести КБР Сафару Гириеву. Спасибо. Идия Малютина в день приезда съемочной группы исполнилась 84. Она вышла, опираясь на трость, как истинная женщина, не захотела встречать гостей с костылями, на которых обычно передвигается. Иде было 13, когда ее вместе с родителями угоняли из Анапы в Германию. Говорит, вкус бриквенной баланды и хлеба из тырсы, так называется опилочная масса, забыть невозможно. Знали по всему югу Украины до Перемышля. Там нас помыли, продезинфицировали, посадили в теплушки, и мы оказались в Любике, в концлагере. 2 года мы там пробыли. Лагерь был международный. Там были и итальянцы, и французы, много украинцев, русских. Мы для них были никто. Рабочая сила, и все. Контакта, я сказала, никакого с немцами. А там какой у нас фюрер был, надзиратели. Таких концлагерей, тюрем и гетто в годы Второй мировой по Европе было более 14 тысяч. Только на территории СССР фашисты расстреляли, сожгли в газовых камерах и повесили около 2 миллионов человек. Из них 600 тысяч дети. Наум Штульман 4-летним мальчишкой попал в еврейское гетто. Оно мало чем отличалось от концлагеря. Но дети оставались детьми даже под угрозой смерти. Просто забавы у них были с поправкой на военное время. Взрослые построили там напротив нас парк с памятником Антонеску. А мы там строили у себя во дворе всякие домики. Нам необходимо было к этим домикам гальку. И вот мы, это врезалось в память, когда часовой ходил, а потом он спиной уходил на другую сторону улицы или в другой квартал, то мы ныряли под ворота этого парка, набирали какие-то тачечки в эту гальку, ждали, когда он опять отвернется к нам спиной, и бежали к себе. Это, конечно, было рискованно, взрослые нас ругали. Штульман до сих пор с благодарностью вспоминает русские семьи, которые, рискуя собственной жизнью, укрывали евреев в последние дни оккупации Молдавии.
Тогда немцы активно уничтожали всех оставшихся в живых жителей гетто. Еврейское гетто есть еврейское гетто. Значит, уничтожали людей. Практически все, более-менее подростки, более взрослые, я не говоря уже о мужчинах, их было очень мало, стариков, практически всех расстреляли. И периодически людей забирали и увозили там недалеко. На Украине был лагерь, где уничтожали людей. Всего в концлагерях погибли около 5 миллионов советских граждан. В Кабардино-Балкарии помнят о них. В Госархиве республики с 1995 года работает специальный отдел по сбору материалов о бывших узниках. В 2000-м сюда из Национального музея украинского города Славуты поступил список 70 пропавших без вести уроженцев Кабардино-Балкарии. Чочаев, Афаунов, Сундуков, Кетенчиев, Афашагов, Созаев, Карданов, Осипов. Все они погибли в лагере Гросс-Лазарет, где проводились опыты над людьми. В 1945-м система фашистских фабрик смерти была ликвидирована и осуждена в Нюрнберге как преступление против человечности. Живущим сегодня кажется, что это было давно. Те, кто прошел сквозь ужасы концлагерей, так не думают. Биография этих людей – настоящие уроки мужества. Наум Штульман, заслуженный человек, внесший огромный вклад в развитие геофизической науки России, работает по сей день в Северокавказской службе по воздействию на метеоявления. Ида Малютина после войны переехала в Нальчик, долгое время работала в КБГУ. Их жизненное кредо формировала война, но они не ожесточились. И тогда, и теперь их главный принцип... Это добропорядочность и уважение к другим и к себе тоже. Больше ничего. Самое главное, знаете, как сказали, что такое счастье, когда тебя понимают. Вот я считаю, уважение и понимание – это прежде всего. И Бога даже об этом молю. Вот так. Сафар Гиреев, Анатолий Гиряко. Вести, Кабардино-Балкария. От дня освобождения узников фашистских концлагерей очевидцы сегодня говорили и на встрече в региональном отделении «Единой России». Памятную дату здесь отмечают ежегодно. Сегодня в числе приглашенных, помимо узников, были ветераны и депутаты парламента. Практически все бывшие заключенные, которые пришли на встречу, попали в лагеря 5-6-летними детьми. На их долю пришлись не только тяготы нацистского террора, но и унижения в послевоенные годы, когда НКВД заклеймил их как предателей. Сегодня их называют живыми историками лагерной жизни. Выстроили дорога, мы обманули проволока, часовые стоят с собаками, с пулеметами на бегу. Тело лагерь. И вот здесь они, это второй раз за оккупацией, мы попали, и я попал под расстрел. Единороссы организовали для участников встречи небольшую концертную программу, вручили им цветы и подарки. И те, которые попали в плен. Кабардино-Балкария вошла в число регионов с низким уровнем межэтнической напряженности. Первый такой рейтинг российских субъектов обнародовала федеральная экспертная сеть «Клуб регионов». Исследования проводились совместно с Центром изучения национальных конфликтов. Специалисты опросили более 80 экспертов федерального уровня, ученых, правозащитников, журналистов. По собранным данным, в последнее время в России зафиксировано в общей сложности 570 этнических очагов напряженности, от высказываний в интернете до массовых столкновений. Самыми неблагополучными регионами признаны Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь и Татарстан. Межнациональная стабильность, помимо Кабардино-Балкарии, отмечена в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. Белая высокая зарплата, большой трудовой стаж и поздний выход на заслуженный отдых – это главные принципы новой пенсионной реформы, которую сейчас бурно обсуждают эксперты, чиновники и простые граждане. Преобразование в системе начнется уже в 2015 году, но вопросов у будущих и нынешних пенсионеров еще масса. В предстоящих нововведениях разбиралась наш корреспондент Нуржан Кубадеева. Что государство нам готовит? На этот вопрос сейчас ищут ответ в СМИ и экспертном сообществе. Однако для тех, чьи интересы непосредственно затронет пенсионная реформа, она остается, как правило, чем-то абстрактным, а потому непонятным. Я как по выслуге как педагог. У нас где-то больше 10 тысяч, конечно, пенсия, но по нынешним расценкам, конечно, хотелось бы нам тоже больше получать.
Потому что человек, если работает лет 30 на одной работе, и, наверное, всю душу, всю силы внесли в эту работу, хотелось бы, конечно, получить достойную пенсию. Новая система начислений принципиально отличается от прежней. Стаж для получения пенсии от 15 лет. При его отсутствии светит минимальная выплата. А чтобы получать достойную пенсию, недостаточно просто долго работать. Нужно хорошо зарабатывать и выход на заслуженный отдых отложить. Все это засчитают в так называемый лист коэффициентов. Чем больше их будет, тем выше пенсия. Стаж также будет включаться и служба в армии, будет включаться уход за детьми, период ухода за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, за 80-летним, так называемые нестраховые периоды. И у вас во всех случаях будут начисляться пенсионные коэффициенты. Эти коэффициенты будут фиксированными, в отличие от тех, что начисляют за период работы. Здесь их размер будет зависеть уже от уровня зарплаты. Потом к ним прибавят страховую часть и доплаты за выход на пенсию позже установленного возраста, плюс региональные. То есть стаж у меня где-то порядка 35 лет, то есть зарабатываю я где-то порядка 30 с лишним тысяч. Я думаю, что тысяч 15 минимум будет пенсия. Но будет ли у Газиза Мейерманова такая пенсия, пока неизвестно. Не все коэффициенты определены, к тому же они будут меняться каждый год. Новый подход к начислению пенсии начнет действовать с 2015-го, но в законе предусмотрен переходный период. В течение 10 лет будущие пенсионеры смогут догнать нововведение, то есть наработать стаж и увеличить накопительную часть выплат, чтобы к 2025 году подойти к расчету выплат во всеоружии. Нуржан Кубадиева, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. Продолжаем. Восстановительные работы в Доме культуры Алтуда под угрозой срыва. ДК имени Идриса Кажарова несколько лет назад вошел в перечень первоочередных объектов, подлежащих капремонту. Но запланированные деньги, а это 25 миллионов рублей, так и не были выделены. Здание уже хотели снести из-за высокой вероятности разрушения, но тогда 6-тысячное население осталось бы без культурного центра. Чтобы не допустить этого, местной администрации пришлось срочно изыскивать деньги. Наличные средства нового главы села уже заменили напоминавшую сито кровлю, отладили вышедшую из строя систему отопления, и клуб смог продолжить работу. Сейчас вот только дети только что ушли. А кружки у нас и танцевальный кружок есть, и еще вокальный, эстрадный. Дальше администрация не потянет. Для того, чтобы полностью привести в порядок ДК, по примерным подсчетам, нужно около 7 миллионов. Это после сокращения первоначальной сметы. Пересматривали ее местные власти сознательно с учетом финансовых трудностей. А пока в Алтуде ищут другие способы занять молодежь. В этом году с помощью местных предпринимателей возродили детскую футбольную команду, открыли спортшколу и поставили тренажеры. Количество обращений жителей республики к мировым судьям растет. Об этом служители Фемиды заявили на коллегии, где подвели итоги работы за минувшие 3 месяца. В первом квартале на рассмотрение поступило около 21 тысячи дел. Это больше прошлогодней статистики. К тому же теперь заявители могут обращаться не только непосредственно в судебный участок, но и подавать документы через интернет. В итоге средняя нагрузка на одного мирового судью почти 150 дел в месяц. Это второй показатель по Северокавказскому округу. Впереди только Северная Осетия. Однако, несмотря на большой объем работы, со своими обязанностями мировые судьи пока справляются, отметил руководитель. Водитель подразделения. В конце 2013 года будут вопросы к выступлению. Если говорить, что на сегодня является наиболее главным вопросом, наиболее главной задачей, это вопрос о размещении мировых судей. В частности, мировые судьи Баксанского района города Баксана, Прохладненского района города Прохладного, Лискенского, Чигемского, Чирекского, Изотского районов размещаются в арендуемых зданиях и помещениях. В этом вопросе руководство службы рассчитывает на помощь муниципалитетов. На заседании также намечены ближайшие цели по совершенствованию работы.
Подведены итоги республиканского этапа 9-го всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Организовала его Госдума совместно с Национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи «Интеграция». Церемонию награждения провели в парламенте КБР. На суд жюри было прислано более 30 работ. 11 из них удостоены призовых мест. Лучшие проекты представят на заключительном конкурсе в Москве. Авторы – школьники, студенты, аспиранты и представители молодежных объединений. Как признался лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Кибеков, конкурсанты удивили глубиной познаний в области законотворчества. Кантемира Ихутлова он отметил, отдельно добавив, что его работа опередила время. Статью о вывозе мусора Госдума только собирается прописать в жилищном кодексе, а Кантемир уже обозначил механизм ее реализации. Вывоз мусора законодательно сегодня включен в статью 154 жилищного кодекса РФ, в связи с чем возникают некорректные правовые отношения между поставщиками коммунальных услуг и потребителями. Над проектами ребята работали не только со своими преподавателями, но и с депутатами. Они осуществляли научное руководство. Так что дипломов удостоились и сами парламентарии. По словам первого вице-спикера Руслана Жанинова, конкурс показал, что в республике есть молодые люди, способные в дальнейшем стать политическими лидерами. Объявлены торги на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила сегодня пресс-служба республиканского Минтруда. Им выделят свыше 2700 путевок. Всего же в нынешнем году в республиканскую программу летнего отдыха попадут более 20 тысяч детей и подростков. Планируется задействовать около 70 оздоровительных учреждений. И последнее. Только что в Государственном концертном зале завершилась премьера документального фильма Даниэля Кайгермазова «Устоявшие». Молодой режиссер, выпускник ГИТИСа, обратился к печальным страницам истории балкарского народа. Съемки получасовой картины проходили в Нальчике. В них было задействовано более 100 человек. Исторические события реконструированы актерами Балкарского драматического театра имени Кулиева. Мы шли к этому очень долго. Я лично давно хотел снять фильм о депортации моего народа, но я не думал, что это произойдет так быстро. В ближайшем будущем этот фильм «Устоявшие», он приобретет совершенно новый вид. Он станет не короткометражным, а полнометражным документально-художественным фильмом. Это первый самостоятельный проект Кайгермазова. В его осуществлении начинающему режиссеру помог фонд «Эльбрусоид». Военные говорили, что самый... И на этом служба информации завершает свою работу. Далее о погоде на завтра расскажет Зухра Пшихачева. Напомню, все выпуски нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. До встречи на телеканале «Россия».Продукт особой натуральности. В сети оптик глазной клиники «Ленар» акция. Закажи очки, а вторые получи подарок. Все любят получать подарки, а мы любим их делать. Нальчик, Ногмова 70. Торговый центр «Офисы Дом» – это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес: улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон «12 стульев» представляет лучшие коллекции для вашего дома. Роскошные спальни, столовые и мягкая мебель. Салон «12 стульев» – мебель для жизни. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. В выходные погода будет временами облачной, но и солнца для поднятия настроения будет достаточно. В Зольском районе ясно, температура прежняя плюс 11. Над Эльбрусом облака, у подножия пройдет небольшой дождь. Однако столбики термометров поднимутся выше вчерашней отметки плюс 8. Немного теплее в Тырныаузе, около 15 градусов осадки. А вот в Баксане, Чегеме и Нарткале сухо. Во второй половине дня температура достигнет 17 выше 0. Такие же показатели на термометрах в Прохладненском и Майском, в Терском и Лискенском районах. По ожиданиям синоптиков, здесь воздух прогреется до 20 градусов. В Кашхатау небо очистится от грозовых облаков, плюс 15. Утром в Нальчике плюс 12, а к полудню яркое солнце разогреет воздух до 17 градусов. Это был прогноз синоптиков на завтра. Всего доброго!